Оперативная информация о происшествиях и преступлениях на территории нашего города расскажет заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Сергей Волгин. За прошедшую неделю на территории города Бердска было зарегистрировано 490 сообщений о происшествиях, в том числе о 40 преступлениях. 32 было раскрыто по горячим следам. В дежурную часть доставлялось 28 правонарушителей, один задержан в порядке статьи 91. Выявлено 157 административных правонарушений, за нарушение ПДД 127. 7 водителей задержаны в нетрезвом виде. Из числа нераскрытых преступлений продолжают оставаться кражи чужого имущества. На прошедшей неделе было зарегистрировано 5 квартирных краж. Уважаемые жители и гости города Бердска, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Во избежание неприятных ситуаций призываю вас быть бдительными, принимать меры по сохранности своего имущества и не нарушать действующее законодательство.